Всем привет, дорогие друзья! Полноприводная версия Exeed LX готовится к выходу на российский рынок. Техническая информация о таком кроссовере появилась в обновленном одобрении типа транспортного средства. Сообщалось, что ориентировочно состоится это в конце года. Известно, что двигатель будет объемом 1,6 литра. Работать он должен в связке с 7-диапазонным роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Согласно данным из ОТТС, полноприводный Exeed LX потяжелеет почти на 100 кг. Снаряженная масса паркетника составит 1967 кг против 1872 кг у переднеприводной модификации. Автомобиль действительно обзаведется новой силовой связкой. Она будет состоять из двигателя объемом 1,6 литра и 7-ступенчатого робота. Таким сочетанием в России уже оснащаются кроссоверы Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Правда, если верить документу, мотор у LX будет дефорсирован до 150 лошадей. А вот максимальный крутящий момент останется прежним – 275 ньютон-метров. Скорее всего, такая отрицательная манипуляция объясняется возможной внутренней конкуренцией со старшим TXL. При этом в Китае данный силовой агрегат развивает целых 197 лошадей и 290 ньютон-метров момента. На данный момент Exeed LX представлен в России в трех форсированных комплектациях по цене от 3 миллионов до 3 миллионов 400 тысяч рублей. Все модели по умолчанию оснащаются 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадей и 210 ньютон-метров момента в паре с вариатором. При этом в прайс-листах указаны дополнительные выгоды при покупке по кредиту и трейд-ин. С учетом всех возможных скидок, стоимость кроссовера будет составлять от 2 440 000 до 2 940 000 рублей соответственно. Несмотря на недавний рестайлинг младшего кроссовера, у себя на родине в России, судя по ОТТС, его внешний вид останется прежним. Хотя не исключено, что полноприводная версия Exeed LX получит какие-либо стилистические акценты, либо изменения в интерьере, по аналогии с TXL 2.0 или лимитированным VX. Как думаете, друзья, какой ценник будет у полноприводной модификации? Пишите в комментариях. Также, если не подписаны на канал, будем рады увидеть вас в нашем сообществе. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!